петель. Это знаешь, как вы в прыгалки прыгаете, в резиночки. Раз, видишь как? Потом у тебя вот гельчика, сейчас, ага, и я тебе буду показывать. Раз, два, сейчас мы Даше наберем петельки, да? О, ага, все, я понятно. Да? Вот, а тебя дома кто учил, бабушка или мама? Мамочка. Только, видите? Она мне только петельки набирала, а я... А ты вязала. Да. Ну, мы сейчас это все повторим. Гелечка, видишь, как тут набирается? Тут по-другому. Молодец, сейчас я тебе тоже покажу. Сейчас мы Даше наберем. Она слишком нас... маленький хвостик гелевый. Да. Ну, сейчас. Так, мы не будем много, да, набирать, сейчас... пока тебе. И ты повяжешь. Смотри. Ну, давай показывай. Давай мне показывай. А Геленька, сейчас я к тебе подойду. Да что, такой хватит пойдет? Пойдет, побольше. Ой, умница. Так, и рабочую ниточку подтягивай, чтобы у тебя петелька была хорошая, небольшая, ладно?